Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области в семье Евгения Яковлевича Меньшикова, род, 1934, военного инженера и врача-невропатолога Елены Иннокентьевны Меньшиковой, род, 1933, после окончания общеобразовательной музыкальной школы, 1977 год. Поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, на курс Владимира Монахова. Дебют в кино состоялся в 1980 году в картине Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь». Затем последовали фильмы «Родня» Никиты Михалковой, «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна, где Олег Меньшиков обратил на себя внимание даже в эпизодических ролях. Учась на последнем курсе театрального училища, был приглашен Михаилом Казаковым на роль Костика в картине «Покровские ворота». На экран этот фильм вышел в 1982 году, и именно эта роль принесла актеру популярность и любовь зрителей. После роли Костика последовал ряд разноплановых ролей, в том числе в фильмах «Капитан Фракасис», 1984, «Володя Большой», «Володя Маленький», 1985, «Мой любимый клоун», 1986, «Манзунд», 1987. Роль в последнем принесла актеру серебряную медаль А. П. Довженко. После окончания театрального училища в 1981 году поступил в Малый театр. Через год был призван в Советскую армию и проходил службу в Центральном академическом театре Советской армии. Одна из самых ярких ролей, сыгранных им в этом театре, это роль Ганечки в спектакле по роману Федора Михайловича Достоевского «Идиот». В 1985 году Меньшиков перешел в труппу театра имени Ермоловой, где проработал до 1989 года, где наиболее заметными ролями стали роли в спектаклях «Спортивные сцены» 1981 года и «Второй год свободы», «Реж», Валерий Фокин, за роль римского императора Калигулы в одноименном легендарном спектакле Петра Фоменко, поставленном в 1990 году, получил премию и диплом фестиваля «Московские сезоны», став свободным актером. В 1991 году сыграл роль Сергея Есенина в спектакле «Когда она танцевала» Лондонского театра «Глобус» с Ванессой Редграйв в роли Айсидоры Дункан. В 1992 году был удостоен за эту роль премии имени Лоуренса Оливье Британской академии искусств. Затем там же актер участвовал в спектакле по Н. В. Гоголю «Игроки» в роли Харева. Следующей театральной ролью, также имевшей большой успех, стала роль великого русского танцовщика Вацлава Нижинского в спектакле «Нижинский», 1993 год, антреприза «Багильс», где он также выступал и в качестве режиссера. А годом позже он снова играл Есенина в спектакле «Когда она танцевала», но уже в постановке парижского комедии «Францесс на Елисейских полях», продолжая сниматься в кино, сыграв главную роль в фильме Александра Хвана «Дюба-Дюба», 1992. Олег Меньшиков в 1994 году снялся в фильме Никиты Михалкова «Утомленный солнцем», роль в фильме лауреате американской премии «Оскар», 1994. Стал одной из самых ярких в творческой биографии актера и принесла ему несколько премий. Следующая роль в фильме режиссера Сергея Бодрова-старшего «Кавказский пленник», 1996, была также отмечена наградами. В 1998 году вновь снялся у Никиты Михалкова в фильме «Сибирский цирюльник», за работу в котором удостоился Государственной премии России. В 1995 году организовал антрепризу «Театральное товарищество 814», где в качестве постановщика и актера создал спектакли «Горе от ума», 1995, «Кухня», 2000, «Игроки», 2001, и сыграл главную роль в постановке Кирилла Серебренникова «Демон», 2003. В 2001 году учредил премию для российских театральных критиков «Лучший критик сезона» имени А. Кугеля, в жюри которой входят актеры и режиссеры Москвы, Петербурга, Воронежа.
входит в постоянный состав независимого жюри премии в области литературы и искусства. «Триумф». В 2005 году состоялась свадьба с актрисой Анастасией Черновой. «Детей нет». В начале этого же года выступил ведущим новогоднего шоу «Первая ночь» с Олегом Меньшиковым. В начале 2008 года поставил свой первый моноспектакль «1900» на сцене театра им. Моссовета в рамках фестиваля «Черешневый лес». На фестивале «Черешневый лес» 2011 год прошла презентация духового оркестра Олега Меньшикова. Главный дирижер Денис Виноградов с 4 апреля 2012 года назначен художественным руководителем драматического театра им. Ермоловой играет на фортепиано, скрипке, гитаре,